my heart. Мы приветствуем всех преданных на втором занятии нашего семинара на тему ученик. И тема, которую мы сегодня будем разбирать, касается положения ачарьи-основателя. Yeah, we said Srila Prabhupada is a Shiksha Guru for all of the devotees in ISKCON. Мы уже говорили о том, что Шрила Прабхупада является Шикша Гуру для всех преданных ISKCON. He's not just a Shiksha Guru, but he's the preeminent, he's the most prominent of all the Shiksha Gurus. И не просто Шикша Гуру, а превосходящий всех остальных Шикша Гуру. Because everything which goes on within our society comes from Srila Prabhupada. Потому что все, что есть в нашем обществе, пришло от Шрилы Прабхупады. Our classes are all based on the books of Srila Prabhupada. Наши лекции основаны на книгах Шрилы Прабхупады. Our programs are organized as Srila Prabhupada guided us. Те программы, которые мы организованы, этому нас научил Шрила Прабхупада. Our worship of the deities was under Srila Prabhupada's instruction. Поклонение божествам начало происходить вот по непосредственным указаниям Шрилы Прабхупады. We have so many letters and lecture tapes of Srila Prabhupada all guiding us and telling us what we have to do. Существует огромное количество писем и лекций, в которых Шрила Прабхупада полностью излагает принципы, что необходимо делать по всем касающихся всего. And we have, of course, within every temple we have Srila Prabhupada's Vyasasan, and every day we worship Srila Prabhupada. И в каждом храме и центре ИСКОН есть Вьясасана Шрилы Прабхупады, и мы проводим поклонение ему каждый день. So we're going to look, first of all, what is the meaning of this title, founder Acharya? Но сначала мы посмотрим, что означает сам термин основатель Ачарьи. Итак, основать. В словаре дается такое определение. Давать основу или твердую поддержку, закладывать основу в смысле наставлений и учреждать или устанавливать впервые институт, организацию и так далее, с учетом ее беспрерывного существования. Это взято из оксфордского английского словаря. So, Srila Prabhupada, as a founder Acharya, had to do many things in order to take this position as a founder Acharya. Итак, Шрила Прабхупада, будучи основателем Ачарьи, установил очень много вещей, чтобы считаться основателем Ачарьи. One of the things which he did was writing all of his books. Первое, что он сделал, это написал все свои книги. His books are very essential part of our society. Книги — это самая существенная часть нашего общества. And in Prabhupada's books, as well as in Srila Prabhupada's lectures and preaching, he shows us the position of the founder Acharya. И в своих книгах, так же как и в своих лекциях, Шрила Прабхупада обозначил свое положение основателя Ачарьи. One of the things which Prabhupada had to do as a founder Acharya was to defeat all the atheistic and anti-Krishna conscious philosophies which exist in the world. Первое, что сделал Шрила Прабхупада как основатель Ачарьи, это полностью разгромил атеистические и антидуховные философии и учения. Шрила Прабхупада had to attack particularly material scientists.
Также главным образом Шрила Прабхупада направлял свою проповедь против ученых-материалистов. Material scientists have a big influence over the thinking of people in the world today. Поскольку в наше настоящее время материалистические ученые имеют огромный авторитет у обычных людей. The material scientists fill us with the idea that life comes from chemicals. Одна из идей материалистических ученых в том, что жизнь произошла из химических элементов. Material scientists promote the idea of Darwin evolution, that we have life has evolved from lower species. Также материалистические ученые продвигают вперед теорию Дарвина, основанную на том, что жизнь произошла из более низших форм. Material scientists preach that life is finished with the body. И также материалистические ученые говорят о том, что со смертью тела жизнь заканчивается. They will say there is no soul, there is no spiritual energy. Они говорят, что души нет, нет духовной энергии. And Srila Prabhupada, by his preaching, by his books, he defeated all of these arguments. Но Шрила Прабхупада с помощью своих книг, с помощью своего учения полностью разгромил все эти аргументы. He especially defeated the Mayavadi philosophy. И особенно он разбивал философию Майявады. And he also defeated the Buddhist philosophy of Sunyavadi, that everything is void. И также он разбивал философию буддизма и философию шуньявады, что все есть пустота. So these are all duties of a founder Acharya. Это все обязанность основателя Ачарьи. To defeat all the other philosophies. То есть разбить все ложные философии. And at the same time, the Acharya also has to take the teachings of the previous Acharyas and bring them together in his own teachings. И также задача основателя Ачарьи заключается в том, что он берет все наставления предыдущих Ачарьи и собирает их вместе, выстраивает в одну четкую систему. Just as Sri Chaitanya Mahaprabhu took the major elements from the other sampradayas and brought them together in his own teaching. Как, например, Шри Чайтанья Махапрабху взял по одному главному элементу из каждой сампрадаи, и в результате получилась своя собственная преемственность. In the same way, Srila Prabhupada took the main teachings of all of the different Vaishnava sampradayas and brought them together in the Krishna conscious philosophy. Точно так же Шрила Прабхупада взял главные элементы из учений различных сампрадай и сделал из этого учения и сложил из этого философию сознания Кришны. Therefore, we see when we read Srila Prabhupada's books, he's constantly quoting previous acharyas. Если мы будем читать книги Прабхупады, мы увидим, как он постоянно цитирует предыдущих ачарьев. This is all the work of the founder Acharya. Это все является работой основателя Ачарьи. He has to make a foundation, a basis on which a society can grow. Он закладывает основу, на которой развивается, появляется и развивается общество. So that it can go on in the future, in his absence, Srila Prabhupada had to do all of these things. И он также делал это таким образом, чтобы это могло существовать и без его присутствия. If the movement doesn't go on after Srila Prabhupada disappears, it means that there was some failure in Prabhupada's work. Если бы общество прекратило свое существование с уходом Прабхупады, значит, это было бы, фиаско для работы Прабхупады, для всего, что он сделал. So very important that we maintain what Srila Prabhupada set up. Поэтому наша задача является поддерживать все, что установил Шрила Прабхупада. Maintain all the different standards which Prabhupada has given. Поддерживать те стандарты, которые дал нам Шрила Прабхупада. One time devotee, when Prabhupada was sick one time, he was going back to India, and one devotee suggested to him, Prabhupada, maybe somebody else could come in your place. Однажды, когда Шрила Прабхупада заболел и уехал в Индию, один преданный предложил ему, Шрила Прабхупада, может быть, кто-нибудь вас заменит на посту очаги? But Prabhupada said that would be very dangerous. И Шрила Прабхупада сказал, это было бы очень опасно. He said, if another person came and they changed one thing, everything could be ruined.
Если придет какой-то человек на мое место и хотя бы одно слово изменит в том, что я говорю, все разрушится. So with great care and attention, Prabhupada set up the foundation for this Krishna conscious society. С огромной заботой, осторожностью и вниманием Шрила Прабхупада учреждал и устанавливал общество сознания Кришны. Of course, maybe you think, I will ask you a question. Do you think maybe we should have another founder, Acharya, after Prabhupada? Now Prabhupada is not present anymore. Maybe we need a new founder, Acharya. Я вот хочу вам вопрос задать. Вот сейчас Прабхупада ушел, его нет с нами. Может быть, нам нужен другой основатель Ачарьи? Кто как бы? You want a new founder, Acharya? Хотите нового основателя Ачарьи? Нет. Зачем? Достаточно. You want a new one, huh? He says, enough one. Enough one. Yeah. It's enough. Yeah. We have to appreciate how Prabhupada was an empowered representative of Lord Chaitanya. Мы должны понять и оценить то, что Шрила Прабхупада является уполномоченным представителем Господа Чайтанья. Can any of you suggest ways in which we could understand Srila Prabhupada as an empowered representative? Can you tell us from the work which Srila Prabhupada did anything which shows that he was empowered to represent Lord Chaitanya? Кто-нибудь может привести какие-нибудь высказывания относительно того, доказательства того, что Шрила Прабхупада уполномоченный представитель Господа Чайтанья? Кто-нибудь может привести доводы? Тема штрафов, которые он не радовал. If we see on how great works he did. Вот, so what are these great works? А в чем это эти масштабы? Where? In Russia. Где? В России? All around the world. Around the world, yeah. Yeah, he spread Krishna consciousness all over the world. То есть он распространил сознание Кришны по всему миру. Lord Chaitanya 500 years ago had predicted the holy name would be heard in every town and every village. 500 лет назад Господь Чайтанья сделал предсказание, что святое имя будут петь в каждом городе и деревне. But devotees were thinking, how is it possible? How can it ever happen? Но преданные думали, как это возможно? Когда это может произойти вообще? They thought maybe this is just some, you know, poetic thing. Some people write poetry, but it doesn't mean anything. Преданные думали, может быть, это такое фигуральное выражение, поэтическое какое-то. Вот бывает, люди стихи пишут, кажется, имеют в виду что-то под этим, а это просто красивый слог. But Srila Prabhupada went out and went around the world and sent his devotees around the world and spread Krishna consciousness everywhere. Но Шрила Прабхупада реально отправился на Запад и отправил своих преданных, и в общем итоге движение сознания Кришны распространилось по всему миру. So that was certainly one example in which he showed that he was empowered to represent Lord Chaitanya. Это безусловно яркий пример того, что Шрила Прабхупада является полномочным представителем Господа Чайтанья. Any other? Другие есть примеры? Там назвали генерала. Yeah, that's right. In the scriptures it said that a great general will come who will deliver all the sinful people. Да, в священных писаниях есть указание о том, что придет главнокомандующий, который спасет падших. Something, anything else? Есть еще какие-то мысли по этому поводу? How did he do it? Lord Chaitanya told everyone, chant Hare Krishna. Prabhupada also spread the chanting of Hare Krishna mantra. Да, Господь Чайтанья говорил всем, пойте Hare Krishna, и Шрила Прабхупада распространял движение так, чтобы все пели Hare Krishna. Lord Chaitanya propagated the Sankirtan movement with Madanga and Kartals, and Prabhupada also introduced these things to us.
Господь Читания пропагандировал Харинама Санкиртану, пение Святого Имени, свои данные караталам громко. И Шрила Прабхупада давал этот же стандарт. Yeah, these instruments are all Lord Chaitanya's movement. Это все инструменты движения Господа Читания. Lord Chaitanya also appeared in the holy place of Mayapur. Prabhupada made that his world headquarters. Господь Читания появился в святом месте Майяпуре, и Шрила Прабхупада сделал там штаб-квартиру ИСКО. And now the devotees are building a huge temple to manifest so that everyone in the world will know about Lord Chaitanya and the mercy of the Panchatantra. И сейчас в этом месте Майпурия преданные строят гигантский храм, так чтобы каждый человек во всем мире мог знать об этом храме, об этом знаменитом храме и оценить. И этот храм появился, потому что Шрила Прабхупада хотел этого. А Шрила Прабхупада хотел этого, поскольку этот храм был предсказан предшествующими ачарьями. So Srila Prabhupada, by his different activities, established himself as an empowered representative of Lord Chaitanya. То есть Шрила Прабхупада своей деятельностью доказал, что он является уполномоченным представителем Господа Читания. It is said in Chaitanya Charitamrita, Kali Yuga Dham Hari Nam Sankirtan, Krishna Shakti Vininahi Tara Pravartan. The Dharma for this age is Hari Nam Sankirtan. And one has to be empowered with the energy of Krishna in order to spread the chanting of the holy name. И в Читании Чаритамрите есть такой стих, что юга дхарма или религии нынешнего века является воспевание святых имен Хари Кришна. И тот, кто уполномочен Господом Читания, сможет распространить это воспевание по всему миру. So Srila Prabhupada, by his personal example and teaching, showed he was empowered representative of Lord Chaitanya. Так что Шрила Прабхупада своим учением и действиями доказал, что он является уполномоченным представителем Господа Читания. Now Srila Prabhupada is the founder acharya and as our shiksha guru is in the center of our society. Поэтому Шрила Прабхупада является основателем ачарьи, шикша гуру и центром нашего общества. What do we need to do to make sure Prabhupada stays in the center of our society? What do we need to do to make sure that Prabhupada remains in the center of our society? Что мы должны делать, чтобы быть уверенными, что Шрила Прабхупада остается в центре нашего общества? Because some time may come when somebody will say, "No, I want my guru to be the founder acharya." Потому что времена идут, время идет, и кто-то может сказать, "Я хочу, чтобы мой гуру был основателем ачарьи." Or somebody may come and say, "Oh, you know, actually." Bhaktivedanta Swami, he's a disciple of Bhaktisiddhanta Sarasvati. Bhaktisiddhanta Sarasvati is the real founder. He should be the founder of acharya. Или кто-то скажет, что Бхактивиданта Свами ученик Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, который должен и быть основателем ачарьи. So what do we need to do to make sure Srila Prabhupada stays in the center of our movement? Так что мы должны делать, чтобы быть уверенными, что Шрила Прабхупада остается в центре нашего движения? One thing we need to do is every day we do Guru Puja. We offer flowers to Srila Prabhupada. Первое, что мы должны делать, это проводить Guru Puja и предлагать цветы, лепестки Шриле Прабхупаде. When we do Kirtan, we can sing Prabhupada's Pranam Mantra. We do not sing Pranam Mantra to any other spiritual master. Каждый день мы должны проводить Guru Puja, и каждый день мы должны повторять Pranama Mantra Шриле Прабхупаде, а не какого-то другого гуру. We should also read the book about Prabhupada's life, like Prabhupada Lilamrita and the diaries which Prabhupada's servants have written. Также мы должны читать книги, описывающие жизнь Шрилы Прабхупады, например, Шрилу Прабхупада Лиламриту или дневники секретарей и слуг Шрилы Прабхупады. We should also watch the There are many DVDs, films about Prabhupada. You can see Prabhupada and his preaching. Также сейчас доступны очень много видео, DVD, дисков с видео с Шрилой Прабхупадой. Мы можем смотреть постоянно, как Шрила Прабхупада проповедует. You can listen to the recordings of Prabhupada's lectures. Мы можем слушать записи лекций Шрилы Прабхупады. And of course, we have Prabhupada's picture. It's nice to put Prabhupada's picture in the temple room.
И также очень важно, чтобы в храмовой комнате, в алтарной, присутствовало изображение Шрилы Прабхупады. And this, on the altar we have also Prabhupada's picture along with his spiritual master. На алтаре у нас должно присутствовать изображение Шрилы Прабхупады вместе с изображением духовного учителя. And all of these things help to ensure that Srila Prabhupada remains as a significant, prominent acharya. Это все поможет нам быть уверенными в том, что Шрила Прабхупада по-прежнему остается значительным и превосходящим ачарьей. If we go on, you can read some quotes here. Цитата из Харинама Чинтамы. Самбанда Гьяна или учение закладывается в Сампрадаю Ачарьи основателем Сампрадаи. Этому изначальному учению и Ачарьи основателю Сампрадаи должно выражаться почтение во всех отношениях. Преданные, принадлежащие к Сампрадае, должны быть верными учению и наставлениям Ачарьи и не обращаться к учению других. Принимать Шикшагуру следует только из числа тех, кто со всей верой следует учению Ачарьи основателя. Харинама Чинтамы. Particularly mentions that in taking a shiksha guru and accepting guidance from people, we should take guidance from those who are faithful to the founder acharya. Здесь особо следует отметить, что принимать шикша гуру следует только того человека, кто верно следует учению ачарьи. We don't want to hear from somebody who is not faithful to the founder acharya. Мы не должны слушать наставления того, кто не имеет веру в нашего Ачарья-основателя. Go ahead. Yeah. Я также очень благодарен тебе за то, что ты оценил мои книги, письма и выступления на встречах. Это не мои слова. Как я тебе уже неоднократно говорил, я просто носитель послания Господа Чайтаньи через ученическую преемственность. И я не вношу в это послание никаких изменений. Также, если и вы все последовательно будете передавать эти слова дальше, то трансцендентная система парампары будет поддерживаться непременно, и все люди получат благо. So Srila Prabhupada is describing his writing, his books, that it's actually directly coming from Krishna. Krishna is empowering him. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что книги, которые он написал, непосредственно это был уполномочен Господом Кришной. And we want to preserve this tradition. We don't want to change anything in Prabhupada's books. Мы должны защищать традицию и не менять ничего, что сказано в книгах Прабхупады. We want to keep the spiritual potency which Srila Prabhupada put into these books. Мы должны сохранять духовную силу, которая вложена в книги Шрилы Прабхупады. You go ahead. Next we have this quote somebody was mentioning about how Prabhupada was a great general. Сейчас мы прочитаем цитату, в которой упоминается, что Шрила Прабхупада является великим генералом. Яди папи чади дарма дури деши, яя мора сенапати бхакта, яй бей татая. Перевод. Если какие-то грешники отвергнут религиозные принципы и убегут в далекие страны, тогда в это время придет мой Сенапати Бхакта, чтобы дать им сознание Кришны. Вот чем даст такое. So this Сенапати Бхакта, this is means a great general, a military commander, and that he will. This is like Srila Prabhupada's position in the army of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это слово синапатия означает главнокомандующий, тот, кто возглавляет армию. И как раз Шрила Прабхупада занимал такое положение в армии Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhupada went to all the countries where people were very sinful and degraded, and he saved us all. И Шрила Прабхупада приехал в те страны, где люди деградировали и занимались греховной деятельностью. Mentioned like this from this Chaitanya Mangal, this book written by Lochan Das Thakur. И это предсказание дано в книге Лочана Дас Такура Шри Чайтанья Мангала. The people left the holy land, left the land of Bharat Varsh to go to sinful places where sinful activities was going on. Предсказание касалось того, что люди покинут землю Бхарата Варши и уйдут в другие страны, чтобы заниматься греховной деятельностью. And usually spiritual teachers would not go out of India. Обычно духовные учителя не покидали пределов Индии. Usually there was a tradition that
the acharyas will not cross the sea. Есть традиция, что ачарья не пересекает океан. But Prabhupada did all this in order to deliver us from material life. Но Шрила Прабхупада сделал это ради того, чтобы вызволить нас из материальной жизни. He took all of these risks. It was a risk. He was taking a risk at the age of 70 to go to America, and he came to Russia also when he was 75 or something. И он пошел, но он сознательно пошел на этот риск, ведь это риск на самом деле пересекать океан в 70 лет, чтобы приехать в Америку и также в Россию, когда ему было уже около 75. Prabhupada had to plant the seed of devotion in order to allow us the opportunity to become Krishna conscious. Но Шрила Прабхупада садил эти семена преданного служения ради того, чтобы дать нам возможность соприкоснуться с сознанием Кришны. So it's very important for us that we appreciate the position of Srila Prabhupada as the founder of Acharya. И так очень важно для нас, чтобы мы оценили положение Шрилы Прабхупады как Ачарьи-основателя. It's a very important activity that we don't just only worship our own guru, but we must all worship the founder Acharya. Мы должны хорошо понимать этот момент, не должны только поклоняться нашему гуру, мы все должны поклоняться также Шриле Прабхупаде. The position of the founder Acharya is the utmost importance. Положение основателя Ачарьи наиважнейшее. And we all want to have a strong relationship and feel very strongly connected to Srila Prabhupada. У нас должны быть очень сильная связь и очень сильные взаимоотношения с Шрилой Прабхупадой. And one of the duties of the spiritual master who is giving instruction or giving initiation is to make sure that their students are connected to Prabhupada. Одной из обязанностей духовного учителя, будь то инициирующий или наставляющий, является быть уверенным в том, что его ученики сохраняют крепкую прочную связь с Шрилой Прабхупадой. We have to feel that we have to feel a direct connection to Prabhupada. Мы должны чувствовать непосредственную связь с Шрилой Прабхупадой. Otherwise, if we just think only my Diksha Guru, then that's a very dangerous situation. Но если мы только думаем о своем Диксха Гуру, это очень опасное положение. Because if you only have one person you're attached to, you're connected to, if you lose that one person, then what are you going to do? Потому что если вы связаны только с одной личностью, если с ней что-то случается, что вы будете делать? We have seen sometimes some spiritual masters have left the body. Иногда мы видим, какой-то духовный учитель оставляет тело. Some others who were spiritual masters have resigned and given up the service. А другой духовный учитель может принять решение оставить это служение. And if we only have that one person for our connection, it is a very dangerous situation. Если мы связаны таким образом только с одной личностью, это очень опасная ситуация. So it's very important that we have a very strong connection and feel very much close to Srila Prabhupada. Поэтому мы должны сохранять очень сильную связь и быть очень близко к Шриле Прабхупаде. And of course, usually one of the biggest festivals which we have every year is Srila Prabhupada's Vyasa Puja, the Srila Prabhupada's Disappearance Festival. И у нас проводятся в связи с этим очень большие фестивали, например, Веса-пуджа Шрилы Прабхупады или День ухода Шрилы Прабхупады. Okay, is that clear? Это понятен этот момент? Yeah. Okay, we're going to go on. We want to go on. And we have a lot of things to cover in this seminar. We don't have a lot of time. We're going to go on now to speak about ISKCON gurus. ISKCON gurus, very interesting people. Guru ISKCON — это очень интересные люди. We've been talking about the founder Acharya. So Srila Prabhupada empowered his followers that they could also take up the work of spiritual master. Srila Prabhupada empowered his followers that they, with proper training, they could also become spiritual masters. Шрила Прабхупада уполномочил своих последователей, учеников, также стать духовными учителями. As we said, ISKCON is a very special society. Как мы уже говорили, ISKCON — это особое общество.
Because we have many spiritual masters. Поскольку во главе у нас стоит множество духовных учителей. Now usually when we think of the spiritual master, we were explaining the spiritual master is representative of God. Когда мы думаем о духовном учителе, мы должны считать его представителем Бога. So the order of the spiritual master, the instruction which he gives, is very special. Таким образом, наставления или приказания, которые дает духовный учитель, они особые. If he gives us some instruction, we want to follow it. А если он дает нам какое-то наставление, мы должны этому следовать. And we want to please the spiritual master. И мы должны желать удовлетворить духовного учителя. Because by pleasing the spiritual master, we please Krishna. Поскольку удовлетворяя духовного учителя, мы удовлетворяем самого Кришну. But we're in ISKCON, and in ISKCON, the spiritual master is not the only authority. Но мы в ISKCON, и в ISKCON духовный учитель не является единственным авторитетом. There are other authorities. Существуют другие авторитеты. Who is the ultimate managing authority of ISKCON? Кто в конечном итоге является управляющим в ISKCON? Кто является управляющим центром ISKCON? GBC, right. The GBC are the ultimate authority, not the guru. Итак, высшим управляющим центром ISKCON является не гуру, а GBC. Go ahead. We'll read some quotes here first. Read. Мы должны следить за тем, чтобы всегда быть здоровыми и сохранять стойкость ума и разума. Тогда нам не трудно будет увидеть, какой путь ведет к истинной цели жизни, а какой к жизни полный невзгод. Поступая таким образом, разумный человек научится отличать истинное от ложного и в конечном счете достигнет духовного совершенства. Мы хотим достичь конечной цели в жизни и решить все проблемы. И мы обращаемся к духовному учителю, получаем наставление. Но иногда наставление духовного учителя приводит к трудностям. So we're going to see here is okay, that's enough. We're going to see the ISKCON authority structure. Здесь мы видим структуру перехода авторитета в ISKCON. So Srila Prabhupada was the founder Acharya, and he empowered the GBC. Итак, Шрила Прабхупада является для нас главным ачарьей-основателем, и он учредил GBC. Right? Who is the GBC here? Кто здесь GBC? Bhakti Vaibhava Swami. His Holiness Bhakti Vaibhava Swami is the GBC representative for this part of Russia. Да, Бхакти, его святейшество Бхакти Вайбхава Свами Махарадж является представителем GBC для данного региона. In Moscow we also have other GBCs. В Москве у нас есть другие GBC. Who? Bhakti Vigyanam Swami Maharaj. Bhakti Vigyanam Swami Maharaj является GBC в Москве. And is Gopal Krishna Maharaj a GBC there? In Russia. In Russia. Да, и также Gopal Krishna Swami Maharaj для другой части России является GBC. Like that, GBC means GBC body. There's about 30 members of the GBC. GBC это целый комитет, там 30 человек членов. And they manage the world. И они управляют всем миром. Они управляют проповедью по всему миру. They manage all the centers of ISKCON. Имеется в виду, они управляют центрами ISKCON. So the GBC is the ultimate managing authority. The Prabhupada arranged, he wrote this in his will before he left the world, that the GBC would be the ultimate managing authority. Шрила Прабхупада очень ясно изложил свою волю, что после его ухода высшим руководящим центром ISKCON будет GBC. And GBC members, sometimes they, you know, sometimes more added, sometimes some resign. Количество членов GBC меняется, в какой-то момент их больше становится, потом чуть меньше.
It's not steady. Там нет постоянного количества. But there's about 30 people on the board. Примерно во главе стоит около 30 человек. So in addition to that, then you have also sannyasis. Но помимо этого также есть саньяси. They are also difficult people, funny people. Это трудные люди, очень веселые люди. As well as the gurus. И также гуру. So on one side you've got the gurus, because not all gurus are sannyasis. С одной стороны мы видим гуру вынесены в отдельную категорию, поскольку не все гуру саньяси. On the other side you've got sannyasis, and not all sannyasis are gurus. А в другую колонку, в другую сторону вынесены саньяси, поскольку не все саньяси гуру. But they all have some, the sannyasis and the gurus, because of their duties which they're doing, they have some position, they have some authority. Но они определенным образом выделены в отдельную категорию, поскольку и саньяси, и гуру обладают определенным авторитетом и влиянием. But they don't have the authority of the GBC. Но они не авторитетнее GBC. The GBC is the ultimate, the highest authority. Поскольку высшим авторитетным органом ИСККОН это GBC является. But usually, you know, if we have a guru, we say, my guru told me to do this. Но если у нас есть гуру, мы можем сказать, мой гуру сказал мне. My guru wants me to go there. Мой гуру хочет, чтобы мы поехали, я поехал туда-то и туда. And the temple president says, no, Prabhu, you can't go, I need you here. Но президент храма может сказать, Прабу, ну вы не можете поехать, вы тут нужны. But we say, no, my guru told me. А мы говорим, нет, мой гуру сказал мне так. The order of my guru, my life and soul. Наставление моего духовного учителя, моя жизнь и душа. So, like this, sometimes we get some problems within ISKCON. И из-за этого у нас очень часто возникают проблемы в ISKCON. Whose instruction do we follow? Какому наставлению следует? Каким наставлением следует? You know, below the GBC, go ahead. Below the GBC, we have the regional body, like regional secretaries. После GBC мы видим, есть региональные секретари, которые в России состоят в национальном совете. You have people like Brajendra Kumar Prabhu, regional secretary here. Такие люди, как Брадендра Кумар Прабху, являются региональным секретарем здесь. And I think Vedanta Krit also regional secretary in Khabarovsk. Также как Vedanta Krit является региональным секретарем по Хабаровску. Like that, there are different people who have some responsibility. They represent the different regions. То есть различные личности ответственные, которые несут определенную ответственность за какие-то регионы. And they are under the GBC. И они все находятся под руководством GBC. And under the regional secretary, then you have different things like temple presidents and Namhata. А под руководством национального совета региональных секретарей находятся лидеры Намхаты, Бхактивикши и президенты храмов. Then from the temple, under the temple president, you've got the congregation, different devotees. Ну, а под их руководством уже находится община, различные преданные, ученики, жители храма. So this is the idea behind the ISKCON authority structure. Вот такова система распределения авторитета или руководства в ИСККОН. Now we do get problems. Сейчас у нас может быть проблема. It often happens that there is some problem about authority. Сейчас проблема, с которой мы часто сталкиваемся, это проблема принятия руководства. We're going to invite Padridharan Prabhu and another devotee to give us a little skit. We're going to see an authority problem. Сейчас Адридаран Дас попытается в маленькой сценке показать, как это происходит, когда возникает проблема. And we will see how it should not be done. И сначала мы посмотрим, как быть не должно. We will see the problem and we will see how we don't want things to happen. То есть мы посмотрим, как не должно происходить у нас. Right? So Адридаран Прабху and who else is going? Асватан Прабху. Асватан Прабху. То есть Асватантра Прабху и Адридаран Дас сейчас что-то покажет. Просто...
Сиддханта Прабху, Харе Кришна. Вот у меня такая новость. Я, поскольку вы президент храма, я нахожусь в вашем подчинении. Я вот хотела такой ситуации рассказать. Мне Гуру Махарадж письмо написал. Он сейчас находится в Хабаровске, там фестиваль индийской культуры. И он мне написал письмо о том, что мне необходимо приехать в Хабаровск. Но у меня, вот я пуджарю, я занимаюсь пуджей. Вот, ну, можете что-то как-то сделать? Потому что мне уехать надо завтра. Гуру мне дал наставление. Да, конечно, можно. Я сегодня спрошу, терпит до завтра? Или до вечера терпит? Да нет, надо сейчас решить. Сейчас. Ну хорошо, я обзвоню тех, кто может вас заменить. И если получится, я, конечно, не обещаю, потому что все очень срочно получилось. Но это Гуру мне сказал, это наставление. Хорошо, хорошо, но мы посмотрим, как. Хорошо, спасибо, очень жду. Адритхан Прабху. У меня такая новость, что, к сожалению, все заняты, и в некоторых нет подъезде, кто-то на Санкиртане. Вот, и, к сожалению, я не смогу сам заменить, потому что мне по делам оформления земли храма нужно быть вот завтра и послезавтра быть занятым целый день. И я вас не смогу заменить. Ну, позвоните, может быть, Благовещенск или куда-то, пусть какой-то пуджари приедет, потому что Гуру мне сказал, вы же понимаете, Гуру дал наставление, то есть я все понимаю, да, президент храма, но Гуру сказал, я должен ехать, что это пуджа? Это хорошая идея, единственное, что наверняка они тоже там как-то заняты, и, ну, не гоже звать из-за 3-9 земель людей, когда у нас есть свои. Это же ведь ваше основное служение. Ну да, но попробуйте попросить все-таки ИСКОН, одна компания. Хорошо. Вы знаете, я сожалею, но так получается, что придется вам, наверное, все-таки остаться, поскольку некому вас заменить. Божеств нужно укладывать, спать, служить им и так далее. Поэтому как будет храм существовать без вас? Извините, Асватандра, но он мне сказал ехать, и я ничего не знаю, пусть кто-нибудь делает это служение или не делает, я, в общем, поехал, все. Ну, хорошо, в Okay, so we want to ask the devotees, how can we improve things? Давайте теперь это преданные, скажите, как можно эту ситуацию улучшить? То есть вот реально проблема, как это все можно исправить? Я бы себе нашла замену сама. Дворфиш suggested to keep away his passport. I'm understanding that I'm responsible to find a change next people, another people. Может, еще какие-то? Забрать большинство с собой. It's a joke, he said that keep details with me and go to Kabbalah. Позвоните Гуру, вам скажите, что вас не пускают. He said to complain to Guru that temple president will not allow me to go to Kabbalah. Complain to Guru, what can the Guru do? А что, интересно, Гуру будет делать в этом случае? The Guru is not the authority. Гуру не является авторитетом в данной ситуации. Гуру скажет не ехать. Маджай сказал, Гуру сказал, you don't go. But Guru, okay, that is one solution. Это одно из решений, Маджай. That you ask the Guru what to do. А, одно из решений спросить Гуру, что делать. That this is a situation, we have this problem, what can we do? То есть у нас есть ситуация, у нас есть какая-то проблема, нужно хотя бы сначала обратиться к Гуру, что делать? Have you got a solution to it? Did you work out something? No, in a sense. Yeah. Yeah. So we will see Adridharan and Swatantra Prabhu, they will show appropriate how to do this thing properly. How to handle this situation. Сейчас Асватандра Прабху и Адридхаран нас покажут, как правильно надо было сделать. Ситуация, то есть, ну, тут слава Богу, повторим. Харе Кришна. Харе Кришна, Сиддханта Прабху. Я, как президент храма, нахожусь сейчас в подчинении, я должен сообщить, вот мне духовный учитель сказал, поехать, фестиваль будет в Хабаровске, я должен там быть, вот мне написал письмо, но я занимаюсь пуджей, и вот, пожалуйста, найдите мне замену как-то. Хорошо, я поспрашиваю. Вы знаете, я уточнил все, к сожалению, некому вас заменить,
И мне тоже некогда, потому что у меня есть уже неотложные тоже дела запланированные. Мне кажется, вам надо остаться, потому что это ведь ваше основное служение. Да, вы правы. Я со своей стороны постарался найти, поспрашивать преданных, но одна Матаджи уехала, другой пробу на Санкиртане. Тем более я написал духовному учителю, и что я не смогу приехать, поскольку понятно, что вы обладаете здесь авторитетом, определенной ответственностью, и кто еще меня заменит? Если вы не можете, вы уезжаете, как я знаю, землю оформлять. Поэтому, поскольку я должен быть для вас как-то, это мое служение, я ответственен перед вами, то, конечно, мне придется остаться, напишу духовному учителю, что это служение важнее, я думаю, мне это. Хари Кришна, я думаю, что он оценит ваше решение. Спасибо. Вам же комфортно. So one of the duties of a spiritual master within ISKCON is to be faithful to the authority structure. Одной из ответственностей духовного учителя в ISKCON – это вкладывать веру в местного представителя, вкладывать веру в своего ученика, в местного представителя, в местного авторитетного человека. If the guru is not faithful to the authority structure, then it creates a lot of problems within the temples, within our society. А если у самого гуру нет веры и понимания вот в эту структуру руководства в ИСКОНе, тогда это и влечет за собой множество проблем в обществе. And often we have young disciples who are very enthusiastic to serve their guru. У нас зачастую бывает очень много молодых учеников, которые имеют супер веру в своего гуру. And they're not always so understanding about the authority structure. Но у них нет, хотя у них есть такая сильная вера в своего гуру, энтузиазм служить ему, но у них нет понимания структуры распределения руководства в ИСКОН. So it's important for all of us, you know, that we should understand we are a family and there are relationships. И поэтому мы должны очень хорошо понимать, каковы взаимоотношения с каждым членом нашей большой семьи. And we have to respect the authority structure, which is set up by Srila Prabhupada. И мы должны уважать и принимать систему, которую установил сам Шрила Прабхупада. We were just saying we want to keep Prabhupada as a founder acharya. We should be faithful to his instructions, therefore. Как мы уже сказали, Шрила Прабхупада является нашим основателем ачарьи, он в центре, и мы должны хранить веру в то, что он сказал. And sometimes we're not very familiar with what instructions Prabhupada gave. Зачастую мы не всегда хорошо понимаем, какие наставления дал Шрила Прабхупада. So it's important for us to be reading and hearing all different classes on about Srila Prabhupada and his teachings. В этом смысле является очень важным слушать и смотреть наставления Шрилы Прабхупады или о его учении. So this is, as we saw tonight, this kind of situation, this conflict, result, how to deal with the problem, it's very common. It comes up everywhere. На самом деле, вот в этих маленькой сценке, что мы сегодня увидели, это очень часто повторяемая ситуация, которая в большинстве случаев происходит. And we have to be a little patient, we have to be cooperative. И решением является стараться быть терпеливым и иметь желание сотрудничать. You know, sometimes people make a war against the temple president or the temple manager. They say that manager, that president, he won't let me go to my guru's Vyasa Puja. Иногда возникают даже целые войны на этой почве между президентами храма или управляющими храма и какими-то подчиненными, когда они начинают буквально там ненавидеть этих лидеров и говорить, он не пускает меня, негодяй, на Вьяса Пуджу, моего духовного учителя. I hate him. Я ненавижу его. We have to understand different, every devotee has got duties to do. И мы должны понимать, что у этих преданных есть определенные обязанности, которые они должны выполнять. We have to maintain the temple. Они должны поддерживать храм. We have to maintain the deity worship. Они должны поддерживать поклонение божествам. Here we have a restaurant also. You have to keep the restaurant running. Они должны следить за тем, чтобы кафе работало без перебоев. So it's very difficult thing to take a managerial role.
То есть это очень тяжелая вещь заниматься управлением. And we should be tolerant and we should appreciate how difficult it is to run things and try to work together. Поэтому нужно понимать, насколько это трудная вещь заниматься этим и стараться сотрудничать. And communication is very important. Взаимоотношения очень важны. You know, if you say, some people think, well, if I ask my temple president, he'll never let me go. So I'm not going to ask him, I'm just going to go. Некоторые вообще говорят, что если я буду, пойду спрошу у президента храма, он же меня не отпустит, поэтому лучше тихо уйти, уехать. And then the next day, you know, the Prabhu is supposed to do the deity worship or cook for the deities and people, where is he? What happened to him? Where did he go? И потом возникает ситуация, на следующее утро повар или пуджари, он бесследно исчезает, и начинаешь его искать, а куда он делся? And then a week later he comes back and says, Haribol. А он сказал всем Харибол на неделю. So these things happen all over the world. Такое по всему миру случается, такие ситуации. We have to be careful. Communication, cooperation, very important word. Поэтому взаимодействие, взаимоотношения, сотрудничество, они очень важны. Okay, we're going to go on and speak about associating. Well, first of all, we're going to speak about why Srila Prabhupada set up the GBC. Сейчас мы прочитаем, зачем необходимо Шри Прабхупаде было создавать GBC. Why didn't Srila Prabhupada nominate one person as an acharya? Почему Шрила Прабхупада не поставил во главе организации одного ачарьи? Before Prabhupada died, before Prabhupada left us, people would ask him, many reporters would ask him, they say, you are old man, who is going to be your successor? Уже незадолго до ухода Шрилы Прабхупады репортеры, различные другие люди постоянно спрашивали Прабхупаду: вы уже очень старые, кто станет вашим преемником? So Prabhupada did not select any one person to take that position. Но Шрила Прабхупада никогда не выделял какого-то одного человека, одну личность на эту роль. Could you imagine if one person was the acharya now of ISKCON? Только вдумайте, что бы было, если бы был один ачарья, одна личность во главе ISKCON. How many disciples would they have? Сколько учеников он реально мог бы иметь? The whole, you know, the disciples all over the whole world. Ученики по всему миру. And would he ever know any of them? И смог бы он знать всех их? If we had one acharya, one guru for the whole world. Если во главе стоит ачарья, гуру по всему миру. For all the мира. Even in Russia, we've got how many centers in Russia? А в одной только России сколько центров? So about 300 or something. Около 300 или что-то в таком духе. And thousands of devotees. И тысячи преданных. Could we have one person, the guru, for all of Russia? Могли бы мы иметь одного гуру, хотя бы даже для России? It would be very difficult. Это было бы колоссально сложно. So Prabhupada set up this system with a body, not one person. И Шрила Прабхупада создал не именно поэтому Шрила Прабхупада учредил не одну личность, а совет, руководящий орган. And you can read this also. Mm-hmm. Перед своим уходом Бхактисиддханта Сарасвати Такур попросил учеников создать управляющий совет и совместно занимается миссионерской деятельностью. Он никого не назначил на пост следующего ачарьи. Но сразу после его ухода его главные секретари по собственной прихоти решили стать ачарьями. И это привело к расколу Мадха на две фракции, каждая из которых выдвигала своего ачарью. В результате оба враждующих лагеря стали асаром, то есть бесполезными, поскольку ослушались приказы духовного учителя и таким образом лишились авторитета. They disobeyed the order of the spiritual master. Они ослушались приказания духовного учителя. The spiritual master told them, don't put any one person as the acharya. Духовный учитель сказал им, не ставьте ачарья, не назначайте ачарьи одну личность. But they didn't do that. Но они не послушались. They put one person. Они назначили одну личность. And then they got problems. И возникли проблемы. That person got some spiritual problem.
у этого человека возникли духовные проблемы. And then all the devotees began to fight with each other. И после этого преданные стали драться друг с другом. And the whole Gaudiya Math was divided. И Гаудия Матха раскололся. So this was a problem. Вот такова проблема. So Prabhupada did not want one person. He wanted a body. Именно поэтому Шрила Прабхупада не хотел назначать одну личность. Он хотел, чтобы это был руководящий совет. Now within ISKCON we sometimes get people who are they say they're very faithful to Prabhupada, but they don't accept the GBC. Но даже в ISKCON иногда появляются люди, которые очень исполнены большой верой в Шрилу Прабхупаду, но не принимают при этом GBC. Just like in Prabhupada's time, there were some devotees in Hawaii. In the time of Srila Prabhupada, in 1975, there were some devotees in Hawaii who said, "We like you, Prabhupada, but we don't want the GBC." А даже уже при Прабхупаде в 75 году на Гавайях образовалась группа преданных, которые сказали: "Мы верим вам, мы верим в вас, Шрила Прабхупада, но мы не верим в GBC, не верим." This is a joke. They're saying, "We like you, Prabhupada." Prabhupada says, "Okay, you like me. Will you follow my instruction?" Это, конечно, абсурд. Люди говорят: "Мы верим в вас, Шрила Прабхупада." А Прабхупада говорит: "Если вы верите в меня, вот вам наставление." But they say, "Yes, we will follow. We like you, Prabhupada." So Prabhupada say, "Okay, I say, if you like me, do what I say. Accept the GBC." Человек говорит: мы любим вас, Прабхупада, я люблю вас, Прабхупада. Прабхупада говорит: хорошо, если вы любите меня, принимайте мои наставления, принимайте GBC. But they say, no, we like you, Prabhupada, but we don't like GBC. Хорошо, мы любим вас, Шрила Прабхупада, но не любим GBC. So then Prabhupada said, that means you don't like me. Значит, это означает, говорит Прабхупада, что вы не любите меня. Read it. Это кратко. А теперь более подробно. Когда они говорят, что не любят ISKCON и GBC, на самом деле это значит, что они не любят следовать моим приказаниям. Это означает, что они не любят моих приказаний. Это означает, что у них нет веры в мои приказания. Это значит, что у них нет веры в меня. Это значит Гуру Апарадха. Говорить, что у них есть вера в меня, просто лицемерие. Professor, Guru Apparat. You are saying one thing, doing another. Это называется Гуру Апарадха. Говорить одно, а делать по-другому. This also happened. Even in Prabhupada's presence, this happened. When Prabhupada was on the planet. Даже когда Прабхупада еще присутствовал на планете, это уже происходило. Go ahead, next slide. Лучше тебе придерживаться правила слушать от уполномоченных представителей духовного учителя или опытных духовных братьев, но никогда не слушай того, кто не в нашей преемственности. Сначала слушая, а потом пытаясь исправить ошибочное услышанное, ты впустую тратишь время. Sometimes people say, "Oh, devotees in ISKCON, they're not very advanced. We should go and hear from other senior people who are more advanced." Иногда люди говорят, что преданные ISKCON не очень продвинутые. Лучше мы будем получать наставления от каких-то более старших, возвышенных вайшнавов. But Prabhupada did not approve. Но Прабхупада не принимает это. Prabhupada said, "You go to people who are not in our line, you will hear something different from what we are doing." Прабхупада говорит, если ты будешь слушать от людей, которые не находятся в нашей преемственности, то, что ты услышишь, будет отличаться. When you hear something, then you make some mistake. You hear the wrong thing, and then you start to do the wrong things, then it's very difficult to change. Ты услышишь что-то, начнешь действовать так, и потом это очень трудно будет исправить. So this creates a lot of problems. И это порождает множество проблем. You get information from outside of ISKCON, and you do something different from ISKCON. Это порождает множество проблем, когда человек получает какую-то информацию вне ISKCON, действует так, и это отличается от того, как принято в ISKCON. Then it's very difficult to correct the mistake. И потом очень трудно эти ошибки исправить. So Prabhupada said, "Don't go outside of ISKCON." Поэтому Прабхупада говорил: не получай наставления вне ISKCON. Не выходи за пределы ISKCON. People think, "Oh, devotees in ISKCON, they're not advanced."
they're not so advanced. I should go and hear from somebody outside of this ISKCON. Люди думают, преданные ИСКОН не такие продвинутые, лучше буду где-то вне ИСКОН получать, от более зрелых. And then they get confused. They end up becoming confused. И в итоге они приходят к противоречию. Because they're doing something different from the way Prabhupada taught us. Потому что в конечном итоге это отличается от того, чему учил нас Шрила Прабхупада. It's very hard to correct. И потом это очень трудно исправить. Did you read it? Is that one? Then Prabhupada spoke about his own god brothers. Теперь Шрила Прабхупада говорит о своих собственных духовных братьях. Prabhupada said, "You can read it." Пожалуйста, избегай их. Я уже отдал распоряжение всем моим ученикам, чтобы они избегали всех моих духовных братьев. Не должно быть никаких взаимоотношений, даже через письма. Не следует давать им мои книги или покупать их книги, а также посещать их храмы. Пожалуйста, избегай их. People say, well, they're just the same as ISKCON. They also worship Lord Chaitanya. They also chant Hare Krishna. Кто-то может подумать, но это ведь то же самое почти, что ИСКОН. Они поклоняются Господу Чайтанье, они повторяют Харе Кришна. Те, у кого недостаточно опыта, не могут увидеть разницу. And they say, no, it's just the same as ISKCON. И они говорят, ну это почти, ну это то же самое, что ИСКОН. They're also Vaishnava, the same Tilak. У них такая же Тилака, они тоже Вайшнавы. Everything the same. Все то же самое. But it's not the same. Но они то же самое. There are differences. Есть различия. Srila Prabhupada was very revolutionary. He did make some changes which are different. А здесь Шрила Прабхупада достаточно радикальный, революционный. And Prabhupada also understood that there's a danger in associating with these. So with his god brothers. Шрила Прабхупада осознавал опасность общения его учеников с его духовными братьями. What is the danger? The danger is they will recruit you into their camp. И опасность прежде всего в том, что они переманивают вас в свой лагерь. Yeah, they will try to get you to join, to come into their. То есть они так или иначе побуждают вас присоединиться к ним. And so Prabhupada saw this tendency, and he warned us to be careful. Прабхупада уже видел эту тенденцию, и поэтому был очень осторожен. And if you do, if you, those you know who go into the, those other camps, they end up regretting it because they see there are differences. People who go into the God Brothers, into Prabhupada's God Brothers temples, regret it afterwards. И в итоге те, кто переходили в другие храмы, те, кто уходили к духовным братьям Шрилы Прабхупады, они в итоге отвергали его, Шрилу Прабхупаду. Because they see there are differences. Поскольку потом они начинали видеть разницу. A lot of difference. Очень большую разницу. Go ahead. Его следует принять как гостя, если он придет в наш центр. Дать ему просадам, выразить почтение как старшему вайшнаву, но он не должен давать лекции и наставления. Если он хочет дать лекцию, вы можете сказать ему, что лектор уже назначен. Вот и все. Even they come to our temple, what do we do? Если такой человек, духовный брат Прабхупад, придет в храм, что вы будете делать? We give them prasadam, we respect them. Мы должны оказать ему почтение, дать просад. But they're not allowed to speak. Но не позволить говорить. Even the person who comes may be a sannyasi. Даже если приехавший саньяси. And you're not a sannyasi. You're just maybe a grihastha. А вы не саньяси, вы просто грихастха. So you may think, oh, he's a sannyasi. I should give him the opportunity because he's senior to me. I should let him speak. Вы можете подумать, он старше меня, я должен дать ему возможность давать лекцию. But no, you should not. Нет, вы не должны так делать. We don't allow people from outside of ISKCON to come and lecture in our ISKCON temples. Не позволяйте людям вне ИСКОН приходить и давать лекции в храмах ИСКОН. Except on very special occasions when we may invite them.
за исключением каких-то специальных случаев, когда мы можем пригласить их. For example, we may invite people. If you go to Vrindavan on Prabhupada's Vyasa Puja, you may see some of the Gaudiya Math people coming there to speak. Например, вот такая ситуация во Вриндаване, когда празднуется Вьяса Пуджа Шрилы Прабхупады, это специально приглашает духовных братьев Прабхупады. Given opportunity for other people outside ISKCON to come. Давая таким образом возможность людям вне ISKCON прийти и присоединиться к этому празднованию. Opportunities are there. They can come, but under special consideration. Такая возможность есть, они могут прийти, но там существуют определенные условия. I was in Bangkok one night. I went to our center in Bangkok, the temple, and there was a sannyasi there. I'd never seen him before. Однажды я был в Бангкоке, и одним вечером я пришел в храм, наш центр в Бангкоке, и увидел там сannyasi, которого никогда прежде до этого не видел. He'd come with six people who were with him. Он пришел с шестью человеками. But I didn't let him give class. Но я не позволил ему давать класс, ну, давать лекцию. Because he was not an ISKCON sannyasi. Поскольку он не является sannyasi ISKCON. So these are things, situations which you may have to deal with. Такая ситуация может возникнуть, мы можем попасть в такую ситуацию. So Srila Prabhupada has given these instructions. Поэтому Шрила Прабхупада, поэтому мы можем руководствоваться этим наставлением Шрилы Прабхупады. And these instructions are still valid today. И это наставление по-прежнему действует и по нашей дни. Go ahead. Если ученик считает себя умнее и, перестав следовать указаниям духовного учителя, начинает действовать независимо, он тем самым останавливает свое духовное развитие. Каждый ученик должен считать себя полным невеждой в науке о Кришне и всегда исполнять указания гуру, чтобы обрести сознание Кришны. Ученик всегда должен чувствовать себя глупцом перед духовным учителем. We have to follow the order of the spiritual master. Мы должны следовать приказаниям духовного учителя. Even though we may not appreciate why the spiritual master gave that instruction, still we should follow. Даже если мы пока еще не можем оценить, почему духовный учитель дает такое наставление, мы должны следовать. It will be good for us. It will protect us. Это защитит нас, это в любом случае будет хорошо для нас, будет приятно. But if we disobey the order of the spiritual master, that is an offense. Но если мы пренебрегаем приказаниями духовного учителя, это является оскорблением. In chanting the holy name, Guru Ravakna, number 3 offense in chanting the holy name. Это среди оскорблений по отношению к святому имени, это оскорбление номер 3, не повиноваться указаниям духовного учителя. Our spiritual advancement will be endangered if we disregard, if we think our spiritual masters wrong, then we are making a great offense. Это останавливает наше духовное развитие, если мы думаем, что духовный учитель не прав, это неблагоприятно. We may think, my guru, he doesn't know this man. This man's actually a nice man. My guru doesn't know him. В этой ситуации ученик может подумать, гуру просто не знает этого человека. Это очень-очень хороший человек, просто гуру его не знает. We have to be very careful not to listen to the mind. Но мы не должны слушать свой ум и должны быть очень осторожны. Listen to the instructions of the spiritual master. Лучше слушайте наставления духовного учителя. And Srila Prabhupada is the founder acharya. He's giving the most important instructions. И наставление Шрилы Прабхупады, которое является основанием ачарьи и дает самые важные наставления. Okay. Any questions on this? Хорошо, на этом остановимся. Есть вопросы? В чем конкретная разница? Основная.
Can you more clearly explain what are the differences between philosophy or teachings of Gaudiya Mathe? You said about difference, there is a difference, Well, we're following Srila Prabhupada. Srila Prabhupada did make some changes. А мы прежде всего мы следуем Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада внес некоторые изменения. For example, in the Gaudiya Math, they don't usually give, they don't talk about 16 rounds. Например, в Гаудия Матхе не говорится, в Гаудия Матхе не говорится о необходимости повторять 16 кругов. Let me talk more about 64 rounds. 64. Они говорят о повторении 64 кругов. Also, generally, the Gaudiya Math, it's men. You don't find women in the ashrams usually. Также в Гаудия Матх принято принимать ашрамы только мужчин. Женщин вы там не увидите. Prabhupada gave equal opportunity for men and women. Шрила Прабхупада дал равные возможности мужчинам и женщинам. Prabhupada even allowed a brahmacharini ashram. Шрила Прабхупада даже разрешил ашрам брахмачарини. That was not there in the Gaudiya Math. Этого вы нигде в Гаудия Матх не увидите. Prabhupada put a lot of emphasis on book distribution. Шрила Прабхупада подчеркивал огромную важность распространения книг. Gaudiya Math, you don't find that. Вы не увидите, чтобы Gaudiya Math это действовал. The Gaudiya Math, you won't find anybody's got an edition of Srimad Bhagavatam. No one has got commentaries on Srimad Bhagavatam. Никто еще не прокомментировал Srimad Bhagavatam Gaudiya Math. They've published a few books, but you know, very simple books, not attractive books. They don't give much importance on book distribution. Они не уделяют такой важности распространению книг. Они, конечно, что-то там издают, какую-то пару-тройку книг, не особо привлекательных, достаточно простых. They do sing a lot of songs. They don't give so much emphasis on chanting Hare Krishna. They sing a lot of different bhajans, Bhaktivinoda songs, Narottam Das songs. Они не придают большого значения повторению Хари Кришна мантры, больше сосредоточены на повторении баджана, Бхактивинода Тхакура, Наратама, в основном баджана Хари. Their classes, in their discourses, they will talk more on Chaitanya Bhagavat, and they won't speak so much on Bhagavad Gita. На своих лекциях, собраниях они больше говорят на тему Чайтанья Бхагавата, нежели Бхагавад Гиты. У них бытует мнение, что Бхагавад Гита это просто для новичков. So they don't preach so much in the public. То есть они не проповедуют широкой публике, широким массам. These are some differences. Вот хотя бы такие некоторые отличия. Спасибо большое. Я думаю, что этого достаточно, чтобы нам из искол никуда не уходить и прославлять Лорда Прабхупаду и всех преданных. Thank you so much. I think it's enough for staying in this corner and we'll go outside and go and find what is actually going on. Very nice. А если такая ситуация, я был сейчас на Камчатке, там преданные дома собираются у нас в местных программах, и туда просто никто их особо не звал, пришли из миссии читания. Два человека, обычные, так скажем, ребята. Но они, так скажем, приверженцы миссии читания. Как в этом случае? Это же это не саньяси, это не гуру, они там не претендуют на лекцию. Но они пришли как в гости, они пришли на лекцию, там, чуть посад, пообщаться и так далее. How can you see on this situation? The rest of them was in Kamchatka, that's my mention of Russia, not for first time. And there is a there were a program, there was a program. And in this program, our Islam program came to several boys, several persons from the mission of Sri Chaitanya. And they not pretended for giving lectures, and they simply come on eating prasad with Sri Chaitanya. They wanted to give a lecture. Is it okay to make deal with it? The policies vary in different centers. Within ISKCON, different centers have different policies. В разных центрах ISKCON существует разная политика на этот счет, принцип взаимодействия. If you go to Los Angeles, for example, they're very strict, and they wouldn't let them in Los Angeles. Even
followers, common followers, well, of course, they're in ordinary dress. They're in normal dress, not devotee dress, and probably they could get in. Если, например, взять храм в Лос-Анджелесе, то там очень строго. Туда просто какие-то другие последователи прийти не смогут, поскольку они носят обычную одежду и одеты не по-вайшнавски, то есть свои. But if you go to somewhere like Berkeley or San Francisco, they're more liberal and they don't mind so much. Но если вы посмотрите храм в Беркли, это недалеко от Сан-Франциско, они там более либеральны, так сильно прямо на этот счет не заморачиваются. It will depend a lot on the experience, whatever has happened in that particular place. If it is known that there are other groups coming to canvas from our own center, then it's not advisable to let them in. Все зависит от конкретной ситуации, от конкретных обстоятельств в разном регионе. Если, допустим, в каком-то городе очень сильно много групп, которые там стараются переманивать людей, то нельзя позволять приходить им, чтобы они перетаскивали на свою сторону какие-то последователи. Well, usually what happens, other people, they come to our programs, and they meet people, and they find out who are the new people, and they get their names and phone numbers, and then when their person comes, then they call them up and say, you want to come? We're having a program, why don't you come? Потому что часто может произойти так. Пришли два мальчика на программу, стали общаться с преданными, увидели, что где-то какие-то новички из этих преданных, поговорили с ними, подружились, записали их номера телефонов. Через пару дней позвонили, говорят, а вот у нас тоже тут программа, может, вы тоже будете к нам ходить? And they will say, yes, Lord Chaitanya's movement. Да, конечно, будем. Это движение Господа Чайтаньи. That's Krishna consciousness. Сознание Кришны. And they may even use Prabhupada's books. И тем более они используют книги Прабхупады. They may give the class using Prabhupada's book, but they don't have any books of their own. Они даже дают класс, используя книги Прабхупады, ну поскольку у них своих собственных нет. But it's something different. Но там существенная разница. So if you know that some people have that tendency, you know that they will take advantage to call people, then you may have to take some action against them. Так что если вы видите, допустим, такую тенденцию, если мы видим такую тенденцию, что такие люди могут приходить и вот так действовать, то лучше не позволяйте приходить. Some place is different in different places. For example, in Paris, in France, the temple president in France told me that he has some people who come there who are initiated outside of ISKCON. В каждом городе может быть своя ситуация. Например, вот такая ситуация во Франции, в Париже. Президент храма даже рассказал мне, что несколько человек приходят, которые инициированы вне ИСКОН. They were originally in ISKCON, but their guru fell down. Они когда-то были в ИСКОН, но потом их гуру пал. And then they took reinitiation outside of ISKCON. И они получили реинициацию вне ИСКОН. But they still come to ISKCON. Но им все равно нравится приходить в храм ИСКОН. But they don't canvass people out of ISKCON. Но они не ставят своей задачей переманивать кого-то из ИСКОН. So he allows them to come. Поэтому президент храма позволяет им приходить. But no problem. Нет проблем. Тех преданных новичков, которых еще нет такой веры, что Шрила Прабхупада, может быть, такие мысли возникли даже сейчас. Потому что у меня самой даже прям залетела такая мысль, что как бы, такое ощущение, что идет речь о переманивании людей оттуда, сюда, и мы боимся просто за количество людей. Это может так выглядеть со стороны. То есть хотелось бы, наверное, кому-то понять, в чем смысл того, чтобы удерживать, как-то препятствовать тому, что люди уходят именно из ИСКОН. В чем причина, какова глубинная причина этого? Stay our members inside this conference. So what they really want, such training, to let's use the first three in this conference.
we work very hard to bring people to Krishna consciousness. Мы трудимся очень тяжело, чтобы привести людей к сознанию Кришны. To make one devotee, Prabhupada said, you have to shed gallons of blood. Шрила Прабхупада говорил, чтобы сделать одного человека преданным, нужно потратить галлоны крови. So you work so hard, so we have to distribute so many books, and with great difficulty we find one or two people, we get one person to become a devotee. Мы так тяжело трудимся, распространяем книги, ходим от одного человека к другому, но лишь один или два становятся преданными. When they come to Krishna consciousness, we have to protect them. И когда они приходят все-таки в движение сознания Кришны, мы должны защищать их. If you don't protect them, you may lose them. Если мы не будем их защищать, мы их потеряем. It's just protection till they grow up, till they can get understand the situation properly. Вот эта защита, она помогает понять, вот этот принцип защиты помогает понять ситуацию правильно. It may take, you know, some time for the new devotees to understand, and then, of course, ultimately they have to make their own decision. И должно быть некоторое время, чтобы защита, пока, допустим, новичок не придет к пониманию, что есть что. А вот в этот период должна организована быть некая защита. А потом, конечно, каждый волен принимать свое собственное решение. So we have to make the Krishna conscious program here so attractive that whatever other people do is not as attractive, it's not as appealing. Поэтому мы стараемся. We have to make this. Поэтому мы должны делать программы настолько привлекательными, чтобы они были более привлекательными, чем где-либо еще. You know, if the other program is more attractive, maybe we can't blame them for going. If they find the other place to be more attractive, then that's a good reason for them to go. Потому что если они увидят, что где-то программа построена лучше, то это будет лишняя причина пойти туда. So in some ways it's good for us that we have this competition. Поэтому хорошо, когда есть конкуренция, это очень благоприятно для нас. And it makes us work harder and always think how to improve things and make it nicer here. Конкуренция позволяет нам трудиться тяжело, чтобы улучшить какие-то вещи, сделать их более лучше, доступнее, приятнее. Но и также необходимо заботиться о преданных. И просвещать их обо всех этих вещах. So they can understand the difference. Чтобы они могли понять разницу. Because often people don't understand. You think it's just the same as normal. Потому что зачастую проблема в том, что они просто не видят разницы. Они думают, что это все одно и то же. Если я правильно понимаю, то что Шрила Прабхупада, как мы сегодня говорили о том, что это Сенапати Бхакта, то есть тот генерал послал, да, своим Господом для того, чтобы дать настоящее знание о наших истинных отношениях между нами и Кришной, и что те, кто следует Прабхупаде, они однозначно пойдут в духовный мир. А вот в других каких-то течениях может быть какие-то отклонения, которые будут способствовать, препятствовать возвращению души к ее истинному сознанию. As I properly understand, there's another lines and teaching not have so much power and not come another forward to spiritual Well, if they're also following Lord Chaitanya, of course they don't have Prabhupada, but you know they have Lord Chaitanya. Если они не следуют даже Прабхупаде, другие течения, они идут за Господом Читанием. Если они идут за Господом Читанием, то они могут привести Гуру. And you also have people who follow Prabhupada, but they don't want the GBC. Yeah. They follow Prabhupada, they want Prabhupada, but they don't accept the GBC. Потому что есть такие люди, которые, допустим, следуют за Прабхупадой, но они отвергают GBC. Well, there are so many variations, so many different deviations. Поэтому, да, существует множество различных отклонений. So we have to educate the devotees about the differences, the different things which are going on. We have to educate them about the mistakes which are made in these other philosophies. Поэтому мы должны давать людям образование, давать преданным понимание, образование относительно
вот эти этой разницы всего этого, чтобы они делали шивот. And at the same time, we have to make this place here as well so attractive that nobody wants to leave. И в то же время здесь мы должны сделать все так привлекательным, чтобы никому не хотелось уйти. Мы можем привести много людей в сознание Кришны, но если мы оттолкнем одного человека, то Кришна будет недоволен. Правильно, я на Гири? Чтобы наши смогли Честно говоря, я никогда не слышал до этого такую фразу. But certainly we do want to take care of all the devotees that come. Но несомненно, мы должны проявлять заботу к каждому преданному, кто приходит. With great effort, we make bring someone to Krishna consciousness, and if we lose them, we're not able to take proper care of them, and somehow they go away, then it's certainly a shame. Мы столько прикладываем усилий, чтобы приводить людей в сознание Кришны, если все-таки вследствие недостатка заботы или каких-то еще вещей, ошибок с нашей стороны, мы теряем его, то это, конечно, стыдно. Okay. So we will stop the show. В настоящий момент многие инициированные проповедники проповедуют не прямую проповедь, но основание Прабхупады, а используют различные косвенные методы. Well, it's not as good as direct preaching. Конечно, это не так хорошо, как прямая проповедь. But we've been using different quotes, everything. We're supporting it all with evidence from Prabhupada's books and lectures. Видите, то, что мы здесь показываем, мы сопровождаем различными цитатами из лекций и книг Прабхупады. We want to try to follow the parampara. We want to stick to the message of the parampara, the instructions of the acharyas. То есть мы стараемся строго следовать наставлениям парампары и ачарьи. That's direct. Вот это непосредственно, прямая. Certainly will be more effective than indirect. И, конечно, она более эффективна, чем косвенная. Еще девушка хочет спросить. Но все равно же те, кто другим духовные братья, они попадают в духовный мир, если они действительно искренне верят. Yeah, they may go to the spiritual world. Они могут попасть в духовный мир. That's not the issue, but the question is, can they take you to the spiritual world? They may go to the spiritual world, but are they able to take you to the spiritual world? Они-то могут попасть в духовный мир, но могут ли они вас привести в духовный мир? Вот вопрос. No, we're not just, we don't doubt their sincerity, that they're, you know, they're also devotees and they're sincere and everything, but we're cautious about how they may mix with our own devotees. Но мы не можем не сомневаться в их преданности, они вайшнавы и могут искренне всему следовать. We are cautious about how we allow them to mix within our society. We watch very closely, but we take care just not to allow them to come in. Но мы не должны позволять, чтобы они смешивали, как сказать, разбавляли нашу преданность Шриле Прабхупаде. То есть разбавляли нашу преданность. Because, все это смешивалось. They're different. They do things some different. Поскольку есть же разница.
И поэтому это вот все приведет к такой мешанине, что повлияет на исключительную преданность Шри Прабхупаде в данном случае. Можно буквально ты два слова скажи? Ну, еще раз. Не вопрос, это я вспомнила, я была в Вриндаване, и ну, там так получилось, что я была на лекции одного святого Бриджабаси, и он сказал, что я удивляюсь, насколько Прабхупада смог донести знания о Кришне до людей Запада, как он искусно это преподнес. Никто не смог этого сделать, кроме него, он поставил Шри Прабхупаду. Это к вопросу о преданности Прабхупады, что мы должны преданности Прабхупаде, в любом случае. Ценить его, благодарить за то, что жить его. Thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada.